В нашем районе, как и во всем Краснодарском крае, большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы здравоохранения, улучшению условий работы. В центре внимания и техническое оснащение учреждений, в том числе обеспечение транспортом. Качество оказания медицинской помощи впрямую зависит от возможности оперативно реагировать на вызовы. Поэтому регулярно обновляется автопарк организации здравоохранения в Славянском районе. Машины были закуплены Министерством здравоохранения Краснодарского края по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», то есть амбулаторно-поликлиническая помощь. В том числе они закуплены для всего края, и в том числе в наш Славянский район пришло 4 машины, на которых поликлиника будет обслуживать население наше, то есть мы сможем приблизить нашу врачебную помощь к каждому пациенту, который очень ждет вызова врача. Они помогут нам оперативно подъехать и оказать оперативную медицинскую первичную медико-санитарную помощь. Новый транспорт ускорит оказание медицинской помощи и облегчит нелегкую работу медиков по спасению жизней. А это самое важное.